И бабка спускается! А за ней следом дед! Всем хай! С вами Юджин и добро пожаловать в новый дом Грэнни! Мы играем с вами в Грэнни 3. Прошел ровно год с тех пор, как мы закончили с вами первую Грэнни и вторую Грэнни. Мы прошли всеми возможными способами их. Если вы этого не видели, то вы должны это обязательно посмотреть, нажать вот сюда, на плейлист Грэнни, и заценить все эти прекрасные выпуски. Но сегодня Грэнни и дедуля построили новый дом, еще более изощренный. И они даже пригласили Слендрину к себе. Это значит, что целых три врага будут одновременно меня чморить. Что ж, попробуем пройти эту игру. Давайте начнем с нормала. Посмотрите, у деда теперь шотган в руке. Кажется, нас ждет что-то очень ужасающее. Мы возле этого дома. Я не знаю, что там внутри и что меня ждет. Я вижу камеру, значит, они смотрят на меня. Смотрите, там наверху какая-то башня есть. Опа! Ты сам напросился, чувак. Сейчас он повернется, его ударят, да? Нет. Или выстрелят в него. Или что-то произойдет. Или с прудика нападет на него что-то. То есть, получается, пока происходит там часть вторая, да? О, нет! Теперь уж точно назад пути нету. То есть, пока происходит вторая часть игры, например, у бабки с дедом там запланировано строительство, стройка целого дома, вот этого третьего. Потому что от них постоянно все сбегают. Они решили улучшить навыки строительства дома. А вот и дед. Да, он по мне сейчас пальнет. День первый. Мы просыпаемся. О май гад. О май гад. Мы в тюрьме. Они нас заперли, и мы открыть дверь не можем. Я слышу, они ходят где-то там. Эй, выпустите меня! Интересно, они догадываются, что я тот же самый чел, который сбегал уже из двух их домов? Возможно, догадываются. Возможно, вся эта история про одного конкретного человека, пленника, о, нет! И этих вот стариков. Пришел проведать меня, да? Ты меня кормить будешь, а? Ты меня будешь чем-нибудь кормить, кроме свинца? Нет, видимо. Ладно. Смотрите, я вижу что-то. Отмычка. Теперь мы сможем отмыкнуть эту дверь. Надо удерживать, получается. Ага. Давай, ковыряй. Ковыряй. Новые механики, друзья. Столько сюрпризов будет. Открываем. А как я буду прятаться здесь? Так, вот двери вижу. Вау, что за алтарь? Падлок. Ключ-падлок. Здесь есть падлок? Нет. О, давайте будем на корточках идти, да, чтобы нас не слышно было. Не открывается. А, отмычка. Спокойненько дербаним этот замок. Кажется, у нас получилось. Открывайся. О, блин. Скелетик. Скелетик! Немножко напугал меня, немножко так дристанул себе в штанишки. Зачем ты так сделал? Блин, я его все время так делаю, что как-то вот стрёмно, потому что один только выход из подвала. Я вообще не знаю, что меня ждет. На очке сижу, ненавижу эту игру. Ненавижу эту игру, потому что она постоянно заставляет меня чувствовать свое очко, сжимающимся до миллиметра. О, дедушка! Быстро. А! Что это? А, Слендрина! Я, к счастью, знаю, что от нее нужно отворачиваться. Это я среагировал. Давайте закроемся. Сволочь! Вот она будет самым настоящим пальцем в задницу, когда я вдруг подумаю, что у меня все схвачено, что все спланировано, она появится и отвлечет меня. И в итоге все крахом пойдет. Кажется, за мной никто не следует. Дед меня не увидел? Походу нет. Окей, у нас также 5 дней. Это не меняется. Надо аккуратнее с поворотами быть, потому что Слендрин может в любой момент зареспауниться сзади меня. Черт, бабка. Она меня не видит. Смотрите, это шотганский патрон. Нужен шотган сначала, чтобы пользоваться этими патронами. Это у деда надо будет каким-то образом отнять. Давайте здесь закроемся. Все, мы закрыли. Здесь что, ничего нету, что ли? Так, нам нужно открыть эту дверь. Нам нужно закрыть эту дверь и сидеть здесь. Комната вообще бесполезна, здесь ничего нету. Ладно, давайте что сделаем? Если что, мы закроемся. Блин, я даже не знаю, куда мне идти. Давайте сюда, что ли. Ой, это я пяткой своей тяжелой, накачанной. О-о-о! Беги! Это я так бегу? Что это? Что это лежит? Так, патрончики там что-то... Мишка! Мишка? Ты здесь? Мишка! О, теперь она будет все время за мной бежать! Бросай Мишку! Бросай Мишку! Вот, все. Дед! Тоже с красными глазами! Он по мне палит! А! Попал? Ну это вообще какая-то хардкорная игра получается. То есть он будет по мне попадать. А как мне стрейфиться надо или что? Присаживаться? День второй. Так, отмычка у меня, хорошо, это я не потерял. Блин, надо заново открывать эту дверь. На это, благо, несложно. Все ли мы здесь осмотрели? Уа! О, мразь! Мразь, исчезла.
Ух, Евгений среагировал. Идем. Первым делом нам надо... А, здесь закрыто. Это было громко! Они вместе идут, пошли прогуливаться, старперы. Ну идите, ну идите. А Евгений пойдет в другую сторону. Отсюда нельзя. А я облом. Они разошлись по разным сторонам. Давайте посмотрим, что у нас тут наверху. В первую очередь нужно изучить просто... Тут три этажа. О-о-о! Умрась. Блин, ну ладно, пусть она просто нас пугает. Главное, чтобы она не звала дедов. Смотрите. Weapon key. Здесь будет шотган. Хорошо, мы можем сныкаться под кровать. Если что... Ничего здесь нету. Идем, идем, тихо. Опасность! Опасно, я сделал звук! Издал его! Они ведь услышали, да? Она по-любому придет. Она внизу. Это она внизу была. Она ушла вниз. Ой, блин! Она будет постоянно это делать? Пойдемте наверх. Дед глухой, только старуха прибежит. А я уже наверху. Я аккуратно иду. Очень аккуратно. Смотрите, здесь дверь какая-то. Сволочь, она издала звук. Спрятался. Хорошо. Смотрите, еще патроны для... Я запинаюсь. Потому что ссу. О, черт! Ау. Стариковская пощечина. День третий. Боже мой, сейчас я уже буду хромать, да? Ведь это третий день. Надо продолжить наше исследование. Исследование началось. Кстати, я прям сквозь нее прошел. А, они вообще все закрывают. Все замки абсолютно. Все уже, что я взломал. Это придется постоянно повторно делать. Открываем, смотрим. Есть кто? Они уходят. Они всегда уходят в одно и то же время. Очень пунктуальные старперы. Молодцы. Ой, по-моему, он спалил. Ой, да закрой ты сразу дверь! Я не закрыл сразу дверь. Ладно. Как всегда, у нас пробное. Это день четвертый. Я еще не сдох. Еще у меня два дня целых осталось. У нас первое прохождение, первый выпуск по новой части игры не всегда очень пробный. И очень кривой. Так, день четвертый. Все, у нас уже прям на глазах. Фу, кровь. Неприятно. Ладно, идем. Аккуратней. Открываем дверь. Они услышали? Бабка ушла. Блин. Слендрина сраная. Тихо, тихо, тихо. Да задолбал! Да задолбал! Мне надо закрыться! О! Он палит по мне! Цеп! Сесть! Не знаю, сработает это или нет. Мистер Дед. Ты где? Ага, отлично. Хорошо, я хочу посмотреть на первый этаж сначала. Я думаю, это самое грамотное. Только все внимание на первый этаж. Куда он ушел, кстати говоря? Он ушел наверх? Я думаю, что он наверх пошел почему-то. Что вот это там такое, я не знаю. Это шарик, похоже на серебряный шарик было. Вот это интересно. Что это? Кокос. Что-то внутри кокоса. Как интересно, как оно в тему здесь стоит. Что это? Чё? Weapon key! Так, мне, ко мне сейчас сюда придут. А мне срочно надо. А мне надо наверх. На третий этаж. Ладно, Слендрина не пугает. Она просто щекочет мне нервы. Щекочет мои нервишки. Так, здесь был ключ или на три... или на... Здесь он был. Yes. Yes, открывай. Открывай. Что за кал? Я не этого ожидал. Я ждал шотган. Это рогатка. А чем она стрелять будет? О, блинушки, сволочь. Она прям там прошла! Попробуем выйти! О, черт! На улицу! Страх! Почему так медленно бежишь, чувак? Ты что, жить не хочешь? Может быть, ты не хочешь жить? Так, что это такое? Это камень! Я могу стрелять! О, мать! Бабка превратилась в Слендрину! И наоборот! Да, блин! Я не успел сообразить! День пятый, последний. Короче, свое оправдание. Я не совсем тупанул. Дело в том, что это мобильная игра, а я играю в нее на компе через эмулятор. Вот. И я не забиндил кнопочку. Она вот где-то здесь получается. А не забиндил я ее, потому что я не знал, что она тут понадобится нам. Все, я забиндил. Думаю, теперь проблем не будет. Спокойно выходим. Нам нужно найти эту рогатку и затестировать ее. Только очень осторожно. Оп. 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 Рогатка была где-то слева. Ой, громко это я издал. Сволочь. О май гад. Быстрей.
А? Все, живем. Ой, папка тоже тут. Нет, не подходи. Нет, не подходи сюда. Не надо, я присяду. И буду сосать палец. Ты-то что? Ну все, она уже проверила. Имитирую тут важность свою. А что сюда пришел? А что сюда встал? Нам необходимо проверить рогатку, обязательно. Понять, как она работает. Насколько она эффективна. Так, он пошел. Пожалуйста, скажите мне, что он пойдет сейчас наверх. Отлично. Тогда ничего не боимся, кроме этого капкана. И бабки. И деда. И Слендрины. И скрипа пола, блин. Все окей? Можно идти. Вон оно. Ну, а что не берется? Вот. О, блин! А! Отвернись! Да я же отвернулся! Я отворачивался, и теперь меня казнят сейчас. В машине? Бабушка, что ты собираешься делать? Дедушка, ты тоже здесь? Это месть, да? За то, что я в тот раз тебя гранатой подорвал, да? Смотрите, она смотрит. Они суициднулись вместе со мной? Говно полное, я так скажу. Давайте еще раз. Это был такой пробный, ознакомительный. Теперь мы сейчас как следует поиграем. День первый. Мне кажется, они даже хотят, чтобы мы с ними играли в кошки-мышки, потому что, смотрите, видите? Локпик. Отмычка, она находится прямо здесь. Либо они просто очень невнимательны, либо это все часть их плана. Им нравится. Так, ну здесь... О, доска. Я даже не знаю, для чего она нужна здесь. Куда-то ее поставить? Нет, сюда не поставить. Это может быть мостик? Это по-любому мостик. О, хорошо, что мы можем пользоваться отмычкой, когда у нас доска в руках. Так. Мишка! Ты здесь, ну, не знаю, не очень удобное место, конечно. Ощ! Гребаный дедуля! А! Да! Моя щека левая, моя любимая. Прямо стволом по ним. День второй. Я понял. Нам нужно не таскать с собой эту доску сейчас. Она нам не нужна. Мы не знаем, куда ее применить. Надо сначала найти это самое место, куда применить доску, а потом уже заниматься всем этим барахлом. Так, смотрим. Бабка должна сейчас спуститься. И бабка спускается! А за ней следом дед! Встречайте! А дед что-то забил спускаться. Ну ладно, хорошо. Все шоу испортил. Весь показ мод. Показ мод обоссанных ночнушек старческих. Здесь качественно... Ой, блинушки! Фу. Точки обосрался чуть-чуть совсем. Бывает такое, когда обсираешься. Так, здесь у нас ничего нету. О май гад! Успел среагировать. Не подходи сюда! Нет! И дед вместе пришел сюда спускаться с ней. Ой, хардкор! Она знает, что я здесь. Она знает, что я здесь. Дед пошел в подвал, кстати. Она пошла наверх, кстати. Она возвращается, кстати. Это я лоханулся, кстати. Закроем дверь, кстати. Закроемся. А, она увидела меня! Нет, бабки, не надо! Ты меня не видела! Пожалуйста! Я почти успел! День третий! Максимально плохо продвинулись сейчас. Но у нас еще с вами целых 3 дня. Считая этот, конечно же. Надо опередить их. Надо наблюдать за ними, куда они идут. Тихо. Баб пошла на кухню, кто просил? Спалил! Son of a bitch! Все, запирайся! Сиди здесь! Фу. Я в углу стою! Как наказанный мальчик! Так, он зевнул, хорошо. Это значит, что мы... спасены! Блин, я вот всегда... Я не знаю, что мне ждать, когда я вот так вот... Фу, блин, я... Вот этого я точно не ждал! Старперы, вы вообще знали, что у вас тут внучка ходит? Летает туда-сюда, а потом вот сквозь стены ходит, появляется где хочет. Это вообще нормально? Слишком много свободы у этих детишек стало, современных. Да. А, нет! А. Так, это что такое? Это камень! Стой. Да берись ты, камень сраный! Смотри, с какой скорости бежит этот урод! Бабка исчезла? Чего? А! Она меня потеряла... А! Ненависть. Так, там что-то еще лежало. Еще один камень. Вот, короче, мы таким образом будем станить наших врагов. Так, нужно что? Шетки. Давайте, пусть у нас сразу будет 3 камня. Они будут, интересно, спавниться или это вот все? О, это, блин... Прям вышел на нее! Ускоряйся, мой мальчик! Ускоряйся, давай, божья скорость! Раз, два, как на лыжах, прям, в колею вставай и поехал. Знаете, почему так медленно? Потому что сейчас не зима. Поэтому так хреново на лыжах тебе ехаться. Черт. Есть что? Обреченность, вот что есть. Блин, я боюсь идти туда.
Там может быть дед. Бабка настырная, не отстает. Но я сейчас забегу в дом и проверну хитрую схему. Я не знаю только какую. О, вот здесь встану и приму участь. Она потеряла нас. Да. Главное, только не заходи, пожалуйста, обратно в дом. Бичара. Ой, могу здесь спрятаться, если что. Это хорошо. Блин, огромная кухня, тут так много всего. Бочка. Полная воды. Что? Кран от мостика. Чтобы опустить мост. Кнопка. Стоит лежать. Не советую сейчас это делать. Слишком много внимания, мне кажется, привлеку к себе. Она открыла дверь. Давайте закроем. Вдруг прикольнее так будет. Что это? Спички? Блин, не знаю. Давайте кинем, что ли, сюда. Это громко было. Это я громко сделал зачем-то. Окей. Поскольку нам нужно... мать! Нам нужен хоть какой-то прогресс. Пойдемте к мосту. Закрой дверь! Бегом! Надо воспользоваться этой штукой! Как мы медленно бежим! Опустить мост! Это прогресс! Тихо! Он меня видит? Он слепой! А что смотрит? Он принял реальность, да? Что я уже почти выбрался. Значит, смотрим, что у нас здесь нужно. А! И в чем прикол? Ну, опустил я этот мост. Возможно, я открою эти врата где-то дистанционно. Смотрите! Что это? Камера наблюдения? Непонятно. Надо вернуться на кухню. Блин, как же было удобно вот тогда, первый раз. И рогатку нашел, и кокос вовремя, так в нужном месте. Давайте кнопку нажмем. Во. Нет электричества, понятно. Тем временем на кухне мы все посмотрели с вами. Присели. Ах ты сволочь. Все, первый этаж полностью обследовали. Теперь наверх. Они могут быть наверху, да? Они наверху, кстати. Закрыть дверь! Кстати, тут на крыльце я не был. Не смотрел нифига. Сейчас меня спалит, она увидела меня, тварь. Оторвались. Ух. Повезло же так. Капкан исчез. Это очень хорошо. Мы оббежали дом и не видели деда. А значит, он наверху. Оу, блин! Тихо! Я прям перед ее носом дверь закрыл. Это так грубо с моей стороны. Бабка ушла наверх, и дед ушел наверх. О, направились в спальню. Однако мне от этого никакого толка нет. Надо поскрипеть. Поскрипеть. Уа! Скрип! Ну давай, какой-нибудь скрип. Ой, блин! Нет! Как внезапно они спустились! Аж дернуло где-то там внутри, в душе. День четвертый. Слушайте, вообще никакого прогресса нет. Ну, мы опустили мы мост. И все. Ты все бестолку. Идет старпер. Мистер старпер. Он идет в сторону кухни. Это хорошо. А бабушка? Бабушка! Бабушка! Идет! Она идет тоже на кухню. Удобственно. Есть. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень громко скрипишь дверь. А, нет, ни хрена. Ой, хрустнул, скрипнул. Закрой дверь. Где мы? Какого хрена происходит? Так, сюда. Мы в какой-то ванной. Ну, вроде бы все нормально. Вроде бы чисто. Давайте выходим тогда. Тут везде этот сраный паркет. О, это мы можем спустить и издать шум. Нетушки, не буду я сейчас этого делать. Очень удобная колонна. Нужен ключ от сейфа. А вот и сейф мы нашли, прекрасно. Вот эта штука, чтобы оббегать врагов, супер удобная. Давайте закроем на всякий случай. Блин, как много здесь комнат. Столовка. А, это какой-то лифт. Но нет электричества. Хорошо, давайте шарим. Самое главное это сейчас просто понять, что где может лежать. Составить карту внутри, в голове. Оу. Нужна древесина. Я понял. Еще за диваном буду прятаться. Да ладно, здесь на чердак можно выйти каким-то образом. Давайте закроем эту дверь. Ну его нафиг. Еще раз, значит, здесь нужно дерево будет. А тут что? О, это тот же самый коридор. Все, я понял, как это работает. Очень удобственно. Кстати говоря, можно будет убегать от бабки. Они стопудов сделали здесь место. Точнее, они его убрали. В прошлых двух частях было всегда место, где ты полностью в безопасности. О! Я устал от тебя. Перестань. Так, мы здесь все посмотрели. Здесь ничего больше нету. О, нет. А, черт! Как же так же ж?
закрыть дверь. А, блин, с другой стороны пошла. Ну, тварь, а. Какая разумная. А Чири закрыл за собой. Это я лоханулся. О-о-о-о! Наверх! А, она увидела. Еще выше. Блин! Я уже не знаю, куда я бегу. К старцу фура в башню, видимо. Я на крыше. Что это? Птица? Здравствуй. Ты же не отдашь мне, да? Она прям вот так стоит такая. Ни хрена я тебе не отдам. Скажи, пожалуйста, а больно нести ключ? У-у-у, мы можем здесь? Мы можем тут. Колыбелька! Если сюда кинуть мишку, появится Слендрина. Уа! Или просто если о ней вспомнить. Вспомнишь говно, как говорится. Так, что это... Хорошо, я покачал. Видимо, привлек максимум внимания таким образом. Мы можем... Так, ну все, электричества здесь нету. Тут вообще ни хрена нет. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, манекен! И теперь он не дает мне пройти! Он обронился и не дает пройти! Теперь дает. Дед идет сюда! Вон он! Я знаю, для чего мне нужна доска, чтобы вот здесь пройти. А? Тихо! Давайте встанем. Как только мы его увидим, сразу закрываем дверь. Чёртово ожидание, как нервозно. Давайте здесь посмотрим лучше. О! О, куда он пошел? Только бы не наверх. Я очень хочу... Что это? Что это я? Я этого не видел. Блин, громко. Да черт! Да я же только взял! Он свалил сразу! Нет! Я даже не успел обрадоваться. День пятый, последний день. Давайте возьмем планку. Все равно мы ничего больше не нашли. Бабка, уходи. Молодец. Дедок. Черт. О! Успел. Закрылись, все, ждем. Интересно, когда дед стреляет, бабка слышит это? Наверняка. Нам надо наверх, ребят. Выбора нет. Только вверх. Ё-моё! А, блин! Еще твои мерзкие щи мне тут показываешь. Оп! Закрыть! Чёрт! Стоим, 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 стоим. Идем за ним. Аккуратненько. Он наверх. Падла. Бабка прямо здесь. О! 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 Я не знал, куда бежать. Я не знал ничего, кроме того, чтобы просто скулить и кричать, как свинья. О, нет! Новый тип казни. Что ты? Только не делай этого, дедушка. Он со мной спрыгнет? Нет! О! У них огромный крокодил живет. Раньше у них были что-то с щупальцами, какой-то вот монстр Ктулху. Но теперь крокодил там. Ах. Окей. Это было круто. Мне очень понравилось. Знаете, от Грэнни ты всегда знаешь, что ожидать. Это дом с кучей предметов, которые хрен знает, где искать. И, собственно, сами эти персонажи, от которых надо бегать и поджимать очко. Как всегда, очень щекочет нервы. Очень радует, веселит и кучу эмоций доставляет. Надеюсь, и вам тоже. Если этот видос превышает, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, зацените плейлист с Грэнни, все будет в описании. С вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, целую и обнимаю. И всем, конечно же, 5 напоследок, вы готовы? 1, 2, 3 и 5!